Здравствуйте. Вот фотография, когда появилась, она называлась светопись. Светом пишут. Конечно, очень важную роль там вот фотографии играют фотоматериалы, фотообъективы, все эти там диафрагмы, глубина резкости изображаемого пространства, светочувствительность, все это само собой. Но самое главное – свет. Да, как осветить прибор. Вот в любом фотоателье, куда вы приходите, там обязательно есть осветительный прибор, который вот вас там сажают и ставят на вас свет. Но обычно, вот когда я бываю в фотоателье, это фотографируют на паспорт какой-нибудь. Вот сел, бум, щелк, приходите завтра за фотографией. А можно сегодня? Можно, только попозже. Вот и все. Вот. А так художник надо же нарисовать лицо, чтобы нужным образом тень упала, ставить свет, да? Это на неподвижном объекте. Правильно вот его расположить. Достаточно просто, да? Казалось бы. Хотя на самом деле это большое искусство. Целая отрасль аппаратуры, она гораздо более громоздкая, наверное, гораздо более дорогая, предназначена для съемки в студии, осветительных приборов для съемки в студии. Да? Ну что там, фотоаппарат, штатив, да? А тут еще вот огромная махина всяких вот осветительных приборов, вспышек, да, целая наука. А какая температура этого излучения, да? Понимаете, вот мы когда живем в мире обычно мы освещены солнечным светом, прямым или рассеянным. А у солнышка у него температура цветовая, его так говорят фотографы или операторы, 6000 градусов Кельвина. Да? Вот это вот температура поверхности Солнца. Это вот температура спектра излучения абсолютно черного тела с такой температурой. А наши лампочки не такие. Вот если вы помните, когда мы снимали на пленочку, у нас была специальная пленка для фотографирования при освещении лампами накаливания. А вот при солнечном освещении или лампа вспышка подбиралась так, чтобы спектр ее был такой же, как у Солнца. Да? В лампе вспышки там другая природа излучения, не нагретое абсолютно черное тело светит. Вот как. И представляете, каково тяжело снимать кино. Вот иногда так вот рассказывают люди. Вот подумаешь, кино снимать, да? Сейчас это быстро делается, это с разных сторон объект снимают. Но это только вот на телевидении так можно делать. Это вот в студии, когда ведется запись какой-нибудь передачи, там действительно вот всякий свет, там контровой, и то надо поставить, чтобы для каждой камеры все это нормально выглядело. Ну, все очень просто, у нас просто факт. Мы не изображаем ничего, мы играем тут вот то, что внимание друг дружки. А представьте, каково это вот снимать кино, как будто эффект присутствия должен быть. Тут ведь все светом не зальешь, тут надо определенно осветить. И поэтому вот был такой фильм американский про киносъемку, есть такой жанр кино, про то, как снимается кино якобы, да. Был такой фильм, так сказать, «Трюкач». И вот в этом фильме такая прогрессивная метода съемок, актеры играют, как живут, и их сразу много-много камер снимает, да. Я, честно говоря, когда вот попал вот в мир, где что-то снимают, я понял, что это практически невозможно. А как? Там же света не будет нужного для каждой камеры. Это же не поставишь так свет. Вот. Ну, то есть, это такая небольшая фантазия на тему кино, тот фильм. Я не думаю, что он снимался многими-многими камерами. Видите, вот как тут вот на улице снимается сцена для какого-то фильма. А камера едет по рельсам, да? Представляете? А один кадр это может немного времени занимать. В хорошем кино, в настоящем, в дорогом кадре, ну, 1,5-2-3 секунды, и меняется точка съемки, да? И вот представляете, каково это, как дорого снять настоящий фильм. И самое главное, как сложно работать актером. Ведь комедианством заниматься, играть типа вот в «Капустниках» или в спектакле, вжиться в образ, это можно. Ну, практически каждый с тем или иным успехом умеет это делать. А вот в кино на 3 секунды что-то сыграть, да, а потом опять ждать, пока еще 3 секунды, невозможно. Маститые, крупные театральные актеры очень трудно бывало вживались в кино. Вот был такой у нас замечательный актер Марк Пруткин из МХАТа, он еще со Станиславским играл. И первый его фильм был, он уже в зрелые годы свои играл в фильме про братьев Карамазовых. Так он все время выбегал из кадра, ему там набивали планки, чтобы не бегал. Во как тяжело. А все от света зависит. Всех благ вам, до свидания, удачи.